дорогие друзья, сегодня по вашим многочисленным просьбам мы разберем мелодию из легендарной передачи «Каламбур. Деревню дураков». Поэтому сразу ставьте лайки, балалайки. Свои идеи по списку телемузыка 90-х пишите, как обычно, в комментарии. Для сегодняшнего разбора нам потребуется два приема. Одинарная пицциката и бряцание. Одинарная пицциката. Урок есть у меня на YouTube, поищите там где-нибудь в дальних уголках YouTube. Или оставлю ссылку в описании. Так, ну что, поехали. Мелодия очень удобная, поскольку написана в ля мажоре. Отличная тональность для балалайки. Мы сегодня разберем первые две части. Часть номер один. И часть номер два. Вот. Итак, поехали. Первая часть. Начинается со второй струны, поскольку до си ля соль диез есть. И потом переходим наверх. Так, внизу мелодия. По второй струне ля си ля соль диез. И переходим сразу ля си до ре ми. То есть нам нужно со второй струны перейти на сильную долю на первую струну. До диез, естественно. Ля, си, ля, соль, ля, си, до, ре, ми, до. Делаем тремоло. Ну, сколько хватит. В зависимости от темпа, конечно, количество ударов разное. Можно 4, в принципе, достаточно. Главное закончить куда? Наверх. Потом, значит, ми, до. Фа диез, ре. И делаем слайд. Ре диез ми. До. Фа, ре. И то же самое. Ля, си, ля, соль, ля, си, до, ре, ми, до. И ре диез. Ре до си. Первый кусочек. Второй кусочек. Тоже самое, те же самые ноты, только уже на октаву вверх. Ля, си, ля, соль, ля, си, до, ре, ми, до, фа. У кого нет этих ладов, можете остаться внизу. Два раза сыграть одно и то же. Фа, ре. То же самое. Слайд можно делать только левой рукой, а также с помощью правой руки. Удар вниз, вверх. То есть ничего страшного там нет. До, ля, си, до, соль, ля, си, до, ре, ми, до, ре, до, си, ре. Значит, первый кусок можно играть два раза внизу или два раза внизу. Я сыграл внизу и вверху. Отличный вариант. Вторая часть или вторая половинка. Так, вторая часть, да. Вопрос-ответ, да, там в оригинале звучат два разные инструменты. Ну, мы играем все на балалайке. Так, мелодия. Фа, ре, фа, соль. Ой, фа, ре, фа, соль, ля. Фа диез и соль диез. Фа, ре, фа, соль, ля. Аппликатура здесь следующая. Третий, первый, а потом вторым пальцем. То есть начинаем с безымянного, чтобы дотянуться до ре. Фа, ре, а потом... Все. Два раза. Вопрос, ответ. Мелодия. Ля, ля, соль, фа, ми, ре, диез, ми. А вторые струны... До диез, си, ля и до диез. Си, диез, до. Ну, рядышком, по полутону. Последний интервал мы играем на тремоло. Сразу, да? Можно наверх начать. Тоже тремоло можно начинать и вверх. Вторая половинка. Фа, ре, диез, фа, соль, ля, фа, ре, фа, соль, ля. Тоже самая аппликатура можно играть. И... Я играл так, си, соль, как бы, не сразу интервал, а... Значит, соль, диез, соль, бикар, фа, диез, фа, бикар, или ми, диез. Вторые струны параллельными секстами. Си... Си бемоль, ля, соль диез. Я играл так.
То есть мы по второй струне большим пальцем и сразу соль. Следующий момент опять. Возвращаемся на ре-бекар. А, обманул. Еще нужен один прием. Гитарный прием. Большой, первый, второй. Большой, первый, второй. Значит, ре-диез, ми-ля. Берем ре-диез, ми-ля. Удобными пальцами, какими хотите. То есть ре-диез, ми и ля. Тут кварта, тут полутон. До, си-диез, до-диез. Допустим, можно даже так, сильными пальцами. Я играл через мизинец. Значит, ре, ми, ля, до, си, до, ре, ми, ля, си, до. И вторая, вторая попевка через ре, диез, фа, ре. И соль, соль, фа, соль, соль, фа, соль, бекар, соль, диез. То есть параллельными секстами. А в конце мы приходим в ля. Соль, 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 ля. И до диез, ля. Поскольку ля мажор, да? Значит, здесь вторые си, си, ля, ля, си. А в конце... Вот. Вот эти попевки, они не очень сложные, да, вы их легко выучите. А вот эта вот... Она тут в стиле банджо написана. Вот, многие заметили, да? И она посложнее будет. Ну, если хотите, мы ее разберем. А вместо нее также можно повторить первую часть. То есть первая, вторая, первая, вторая. Все. Вот такой вот у нас легкий разбор. Ну, как относительно не длинный получился. Вот, идеи пишите в комментарии. Если нужно позаниматься со мной лично по скайпу, пишите вот мне в личку. Сборники, ноты, разборы и прочее. Балалайки, если нужны. Да? Вот. Обращайтесь, пишите на почту. Почта в описании. Все ссылки найдете в описании. Все, пока.